Приветствую всех ценителей коллекционных карточных игр. Ну что, дополнение Руины Запределья уже в игре. Вот такой вот нас встречает веселый охотник на демонов. Ну, в кавычках, конечно. Очень классная по дизайну заставка. И это круто, потому что вышло новое дополнение и появился новый класс охотник на демонов. Собственно, я его уже схантил. Несколько дней назад, как только анонсировали новые приключения, там можно было, пройдя вот первую главу, получить колоду, и я, собственно, это сделал. Здесь у нас, по-видимому, меняется год, да, стал год Феникса. Понятно, здесь у нас стандартные вольные карты, что ушло в стандарт, что ушло в вольный и прочее. Да-да-да. Здесь мои маленькие безумные колоды, как я говорил, что в ХС играю по фану, в основном ради развлечения. Вот. А теперь, как я понимаю, мы можем юзать охотника на демонов, что очень круто в игре. О, надо бы им поиграть, но самое-то интересное заключается не в этом. Да, как всегда, выходит новый сет, нам хочется пожамкать свеженькие бустерки, пускай я накопил не так уж много голды, но давайте их купим. На все, что есть, 13 паков. И посмотрим, что же нам выпадет. Честно, я даже не смотрел особо карты, какие есть, что там вышло интересного, что не вышло интересного. Особо не чекал. Ну, пускай это будет для меня сюрпризом небольшим. Неизвестность, это же всегда так интригует и так заманчиво. 13 комплектов, интересное число у нас. Давайте посмотрим. Бам. Начали неплохо. Воин, боевой клич бьется насмерть существом противника. Провокация. Для чернокнижника предсмертных рит призывает на 3 зимы 5-5. Неплохо, но дороговато. Вы раскапываете демона. Охотник на демонов. Ну, соответственно, я думаю, что сейчас большинство урона существует, получаете плюс 2. О, неплохо. Сейчас будет. Народ будет играть, конечно, за новый класс. Ну, вообще, в ХСе любимый мой класс это маг, как я уже говорил. Ну и за охотника на демонов поиграем. Чернокнижник, спячка, 2 хода, когда пробужит. Существо недостижимо для обоих игроков. Боевой клич. Так. Тоже спячка. Так, что там для мага? После того, как противник применяет заклинание, призывает существо за 4. Неплохо. Следующий пак. Сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Друид. Существо получает плюс 1, плюс 3, провокация. Можем кастить за 0. Прикольно. После того, как противник разыграет существо, призывает налетчика 2-3 с ядом. Охотник на демонов. Изгой, вы берете карту. Так, что там для мага? Уменьшает стоимость заклинания у вас колоде на 1. Неплохо для частой карты. Интересно, выпадет ли нам Лего или нет? Или мы... Демон, носит свой клич, вы сбрасываете карты с наибольшей стоимостью. Существо получает плюс 2, плюс 3, похищение жизни. Неплохо так раскачивается. Снижает вас секирой 3-2. Ну, через... Как я понимаю, 2 хода. На второй ход получим секиру бесплатно. Ну и так и, собственно, можем. Что-то жрец прям идет на раскачку существ. Две карты и весьма-весьма неплохие. О, Лего. Мактеридон, спячка, боевой клич призывает на сторону противника 3 тюремщиц 1-3, когда они погибают и уничтожают всех существ и пробуждается. А, ну за 4 маны 12-12, это да, это, конечно, очень круто. Ну что, первое Лего есть. Так, синенькая. 10 маны, ничего себе, предсмертный хрип призывает, расколотого около 7-7 с провокацией. И клич наносит один существо, он получает божественный щит. Кстати, прикольно. И друида. Так, маг.
Предсмертный хрип, вы берете заклинание. 3-1. Такая темповая картоночка. О, так, что у нас для воина опять? Это уже было. Разбойник. Ну, вот это классная карта. Классная. Охотник на демонов. Вот еще. Натиск предсмертных рип призывает раковиноносца. Попробуй выговори. 5-9 с провокацией. Ну, тяжеловато, конечно. Поехали. Паладин. Случайного демона из руки. 8-3, конечно, статы. Если его не убили, он так в лицо может хорошо зайти. И еще такая карта. Следующая. Охотник, друид, маг. А, ну это, в принципе, почти все нам выпало уже в предыдущих паках. Ага, ну тоже было. Было. Останавливать 3. Классная вещь. Можем хил, фактически. Хил и раскопка. Всего за одну ману. Неплохо. Еще для... Случайно, хода ваш между всеми противниками. Ну, тоже неплохо. И последний пак. Давайте посмотрим. Последний пак. Маг. Существо мага, если уж колоденец, сейчас вы берете 3 карты. Можно построить деку вообще без существ. Кстати, надо попробовать. Так. Ну вот, в общем, полутали. Но вскрывать паки — это всегда очень круто. Пускай их и не очень много. Но надеюсь, вам понравилось данное видео. А на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.